Это мой телеграм-канал. Там всякие неудачные моменты со съемок. Вот что было когда-то тогда-то. Слабительное! Да, давайте Витьке подсыпем! Пойдем там зимонада попьем со слабительным! Так, а вот эта машинка мне подойдет! Ты кто такой? Я клоун! И мне нужна твоя машина. I fear that the thoughts build up until I can't hear. Can't stay sober, looking over all their shoulders. Mirrors in my head, I fear that the thoughts... Намечается веселье. Еще крутись. Да, еще крутись. Да все, давай уже ищи! Ну где вы все? Хоть хлопните! А, я понял, где вы! В той стороне! Куда это он побежал? Не знаю. Я за ней, Юня. Где вы? Опа! Попался, голубчик. По росту это Борька. А нет. Это не Борька. А, какая-то харя вонючая. Что за чудище, блин? Кто это? О, Денчик. Не Денчик, а Денис Анатольевич. Лови чепалаха. Ой! О, Денчик, ты что тут делаешь? Не Денчик, а Денис Анатольевич. Сейчас тебе тоже чепалаха дам. Денчик Антонович, а зачем ты к нам плясал? Батя ваш звонил, сказал, что вы тут одни дома. Сказал, чтоб я пришел посмотрел, что вы тут делаете. Кстати, Юня у нас с ночевкой остается. Мне пофиг, кто тут с кем остается. Спать ложитесь, время видели? А то сейчас всем тут чепалаха дам. Боря, а что такое чепалаха? Чепалаха – это вкусная конфета с олесками. Хочешь, попроси у Денчика, он даст. Денчик, а дай мне тоже чепалаха. Иди сюда. Ты видал, какая машина, братик? Вот бы я хотел себе такую в жизни. Так вот, братик, есть крутое приложение с машинами всякими. Дром называется. На, сам посмотри. Ого, сколько тут машин. Больше 600 тысяч. Сейчас батя найдем новую. Только что-то машинки странновато выглядят. Давай сюда нажмем. О, сразу красивее стали. Бате точно понравится. Нужно будет бате показать дром. А то он все по рынкам да по газетам машины ищет. А тут можно сразу все проверить. И вы, ребята, тоже переходите по ссылке в описании и ищите себе авто на дроме. На! Только в моей кровати не пилди, понял, Витька? Да хорошо! За что тебе Витька деньги дал? За то, что он будет спать на моей кровати, а я на кровати у родителей поспью. Это всего лишь бизнес. Капец, Борька, бизнесмен! Ага! Ну чё, братик, давай спать ложиться. Я в своей комнате буду, а ты иди в зал ложись. Это что, мы сейчас свет во всех комнатах выключим? Ну да! А может, не будем свет выключать? Витька с Борькой, наверное, боятся без света спать. Пацаны, вы же боитесь без света спать, да? Я не боюсь. Ну все, братик, давай тоже гаси свет и спать ложись. Или ты боишься без света спать? Кто? Я боюсь. Братик, не говори ерунду. Хоть бы меня ночью бабайки не съели. Бабайки родненькие, если вы меня слышите, пожалуйста, не кушайте меня, а я вам на карту косарь скину. Ты с кем тут разговариваешь, братик? А, это ты? Да что-то мне кажется, что у вас тут в доме бабайки живут.
Говнайки, блин, ты чё, боишься, что ли? Я за вас боюсь, вдруг вас бабайки съедят. А я ничего не боюсь, меня трудно напугать. Ага, очень трудно тебя напугать. Давай спи, короче. Бабаечки, родненькие, вы слышали? Вас Сёма говнайками назвал. Так что вы его съедайте, если что. А не меня. Что-то пить хочется. А вдруг, когда я пойду, за мной бабайка побежит? Вот же дурачки! Клоун вышел на охоту. Два, три, четыре, пять. Детей приехал похищать. Что это ты пытаешься меня напугать? Не получится! Нужно поскорее уснуть. Закрылись, детишки. Не скидывайте меня с облыва. Кто стучит? Привет! А ты кто? Я клоун, и я приехал, чтобы показать тебе самое лучшее представление в твоей жизни. А ты добрый клоун? А разве клоуны бывают злыми? Что за глупости? Круто! Ну давай тогда показывай представление! А ты выходи на улицу, прямо в окно. А может ребят позвать? Пацаны! Тише, Витя, не нужно никого звать. Мое представление только для тебя одного. Ну покажи представление. Вылезай в окно. Ну хорошо. Иди за мной, Витя. Ты ведь хочешь посмотреть представление? Куда идти? А ты куда? Не задавай лишних вопросов. Садись со мной в машину. В машину? Да, прокатимся до цирка. Я давно не был в цирке. Ну что, поехали в цирк? Поехали, мой друг. Ой. Thank you.
подпишись за братиков. За батю комментарий напиши, за Борьку лайк и колокольчик, если ты не пончик. Если ты не пончик, подпишись. Если ты не пончик, лайк поставь.